Проблемы детей подросткового возраста и пути их решения обсуждают на городской профилактической конференции. Она открылась сегодня в лицее и проходит под названием «Трудный возраст взрослых или детей». Большинство участников конференции – это классные руководители 5-9 классов школ города, а также специалисты системы профилактики. Пленарная часть позволила педагогам погрузиться в тему и определить основные направления деятельности профилактической конференции. После работа продолжилась в группах в рамках организационно-деятельной игры. Мы будем, с одной стороны, обсуждать уже более предметно и детально каждую проблему, но главный результат, на который мы планируем выйти, это разработка конкретных мер, которые лягут в основу реализации уже нашего непосредственного нового профилактического проекта, который мы будем реализовывать в 2019 году, с учетом новых задач, новых проблем, новых вызовов, ну и, безусловно, новых подходов. В ходе двухдневной конференции специалисты проанализируют, определят проблемные точки и выработают пути их решения. Поделятся лучшими практиками. Подробности расскажем в следующих выпусках новостей.